депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа встретились с директором Старогородковской школы «Гармония» для обучающихся с ОВЗ Еленой Рябизиной. На территории учебного заведения в Горловке обновили детскую площадку, выложили брусчаткой широкие дорожки и площадку для настольных игр. На пришкольном участке сделали высокие гряды для удобного использования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, разбили яблоневый сад.